когда 6 лет назад инициативная группа взялась за реализацию этого проекта, мало кто мог предположить, что интересная идея получит столь масштабное продолжение. Сейчас фестиваль наряду с лыжней России по праву считается одним из главных событий спортивной зимы в нашем регионе. Дорогие друзья, уже становится хорошей, доброй традицией проводить этот фестиваль. Поэтому я в первую очередь благодарю молодежь, которая откликается на наши призывы, потому что вы наше будущее. Да здравствует спорт, да здравствует жизнь. С праздником! За время проведения фестиваль вырос не только качественно и количественно, но и приобрел солидный статус. Мероприятие, первоначально организованное региональным управлением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, уже несколько лет проходит под патронажем правительства Брянской области. Я являюсь членом антинаркотической комиссии и знаю, что сегодня и главой региона Александром Васильевичем Богомазовым и ФСКН России по Брянской области уделяется очень большое внимание именно профилактике наркомании и вообще вот этих пагубных привычек. И вот такие мероприятия, они очень необходимы, потому что они объединяют, сплочают молодежь. Сноубордисты и лыжники, поклонники зимнего футбола и тактических военных игр. В рамках фестиваля занятия по душе могли найти себе все желающие. Именно такое внимательное отношение к тем площадкам, которые в этом году мы проводим, оно и позволило нам собрать такое большое количество людей. Ну, так по средним подсчетам, общее количество только участников, я не говорю о зрителях, а только участников, где-то около 300 человек. Это ребята, которые увлекаются горными лыжами, это ребята, которые увлекаются воркаутом, ребята, которые увлекаются зимним плаванием, которые любят спорт. Это самое главное. Одной из новинок мероприятия стала импровизированная площадка «Веселая команда». Это полтора десятка забавных конкурсов на ловкость, сноровку и сообразительность. Правая, левая. Еще одно новшество – открытый чемпионат города по зимнему плаванию. Впервые любой желающий мог посостязаться с титулованными брянскими моржами. Как ощущения вообще? Прекрасные. Прекрасно, как праздник, нравится? Отлично. А давно занимаетесь плаванием? Я плаванием первый раз. Первый раз? Да. И как вообще? Ну, я вообще купили, окунаюсь каждый день. Ну, не так давно, еще года нет. Ну, а сегодня впервые участвуете в соревнованиях? Да. Довольны результатом? Отлично. Само по себе действо настолько увлекательно и азартно, что уже через несколько часов участниками спортивного праздника становятся все без исключения гости фестиваля. Прекрасное настроение. Да, очень жалко, что высоты боюсь, а то тоже там стояла наверху. Вообще здорово, что в нашем городе проводятся такие мероприятия. Нравится. Хотя бы что-то проводится. Конечно. Очень, да, ну, конечно, замечательно. Свежий воздух. Да. Ну и дети занимаются. Да, и дети. Мы везде попробовали, в конкурсах поучаствовали, подарки получили. Вообще здорово очень. Хорошо, мероприятие такое сделали, придумали. Мы вообще молодцы. Будем сюда ходить. Ну, а тебе понравилось? Тебе понравилось? Да. Дмитрий Кузнецов, Александр Егоров. События. Брянск.